Вторая по величине в мире страна-производитель кофе Вьетнам гордится своим высоким качеством кофейных зерен робусты, которые выращиваются французами с 1857 года в Бумиту. Сегодня кофе стал частью вьетнамской культуры, настолько близкой сердцам людей, что укрепляет дружбу и сближает поколение за поколением. Только лучшие кофейные зерна отбираются фермерами для каждой чашки кофе. Секретный рецепт Востока в сочетании с самыми современными технологиями обещает вкусовые ощущения, которые вы никогда не забудете. Кин Кофе, премиальный вьетнамский кофе от Чумуэ Интернешнл, обещает продолжить этот успех, поделившись своим качественным кофе с более чем 60 странами по всему миру. Это история Вьетнама, нашего народа и страсти продолжить делиться нашей любовью к кофе со всем миром.